С Национальной комиссией по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом, а также Международной организацией труда в столице прошла международная конференция на тему продвижения достойного труда в целях укрепления социальной справедливости. На встрече, организованной в связи со Всемирным днем социальной справедливости, обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования трудовых отношений в нашей стране, внедрения международных трудовых норм в сфере, выработки новых заключений и предложений по развитию трудового законодательства. Реализация целенаправленных мер в сфере обеспечения трудовых, социальных и экономических прав в Узбекистане через призму социальной справедливости. Уже на протяжении многих лет ежегодно Международная организация труда проводит подобные конференции в Ташкенте. В частности, в сотрудничестве с Международной организацией труда в Узбекистане принята новая страновая программа достойного труда на 2021-2025 годы. В ней особое внимание уделено таким вопросам, как правовое регулирование сферы, создание достойных условий труда, сокращение неформальной занятости. Особенно актуально становится это сотрудничество в рамках проводимой, вы знаете, административной реформы. Наше министерство стало министерством занятости, сокращения бедности. Министерство объединены вопросы касательно не только занятости, сокращения бедности, но и поддержки женщин, развития махаллей, вовлечения незанятого населения предпринимательства, защиты прав и оказания медико-социальных услуг лицам с инвалидностью и многие другие вопросы. Именно этих вопросах, я думаю, бесценный вековой опыт УМОД будет очень полезен, мы будем его широко использовать. На полях конференции были обсуждены перспективные направления по улучшению деятельности служб занятости, повышению потенциала государственной трудовой инспекции, а также Института исследований рынка труда. На сегодняшний день в Республике Узбекистан ратифицировано 19 конвенций Международной организации труда, и также в этом году планируется ратифицировать еще 3 конвенции. Данные конвенции непосредственно направлены на создание благоприятных условий труда для наших граждан. Также обеспечить их достойными рабочими местами за пределами Республики Узбекистан. Ратифицированные конвенции были имплементированы в закон о занятости населения, а также в Трудовой кодекс Республики Узбекистан в новой редакции, которая вступает в силу 30 апреля текущего года. Разрабатывается дорожная карта по ратификации Узбекистаном еще 3 конвенций Международной организации труда. Прежде всего, поздравляю Узбекистан с этим событием. Сегодня мы являемся свидетелями того, что в вашей стране достигнуты значительные результаты по борьбе с принудителями и детским трудом. В этом направлении ведется эффективная работа. Цель сегодняшней конференции — оценить процесс и обменяться идеями в области дальнейших приоритетов. Участники диалога договорились о разработке новых совместных мер по укреплению социальной справедливости и продвижению принципов достойного труда в Узбекистане.